Партия «Единая Россия» поддержала предложение корреспондента программы «Вести Хакасия» Петра Пермякова, чтобы Хакасия взяла шефство над одним из городов освобожденной территории Украины. Наш коллега сегодня был на заседании политсовета партии, где ему вручили грамоту как первому добровольцу из республики, отправившемуся на помощь мирному населению Донбасса и Украины. Больше двух недель Петр находился в Мариуполе, общался с его жителями и еще больше укрепился в своем мнении о цели спецоперации. За работу волонтером он получил грамоту от руководства «Единой России». Абакан, побратим города Пирятина, ну, а Хакасии в целом тоже не помешало бы взять шефство на какой-нибудь территории, потому что на самом деле люди ждут этой помощи. И даже дело не совсем в деньгах, даже может быть совсем не в деньгах. Главное – это участие, главное, чтобы они понимали, что мы на самом деле рядом и вместе с ними. Мы не говорим о том, что вот Хакасия возьмется, там где-то восстановит. У Хакасии у самой проблем выше крыши. Но в любом случае участие и волонтерство, и где-то моральная поддержка – это то, что сейчас людям на этих территориях необходимо. Поэтому давайте мы с такой инициативой, точнее поддержим инициативу, которую озвучил Петр, и выйдем с этой инициативой в правительство республики и обсудим вместе с правительством, что мы можем здесь придумать полезного и интересного. Что касается основной повестки заседания политсовета, то единороссы подвели промежуточные итоги реализации партийных проектов. Их немало и касаются не самых болевых точек – здравоохранения, образования, развития села, ремонта дорог и других. «Единая Россия» активно занимается и вопросами импортозамещения, и молодежной политики. Отдельно обсудили предстоящий день голосования. Партия большинства рассчитывает на широкую поддержку в муниципальных выборах.